Это не кадры фильма про апокалипсис, и это не убежище. Это переход под железной дорогой в центре Петрозаводска. Загадка для пешеходов. Пересечь эту реку вброд затруднительно. А если перебежать полотно по путям, то можно заработать штраф. Но милиция должна стоять, находиться, чтобы не перевязали. С другой стороны, тогда надо наладить даже туннель. Бардак, я не знаю, что делать. В общем, замкнутый круг. Петрозаводск строит преграды. Не просто и автомобилистам, они проверяют свою интуицию в попытках объехать подводные ямы. Оказывается, городские власти обслуживают лишь половину всех сетей ливневой канализации. Остальные коммуникации попросту не включены в муниципальный контракт. Об этом сегодня сообщила временно исполняющая обязанности мэра Петрозаводска Ирина Мирошник. Улицы карельской столицы превратились в озера. Мы ждали весну, а она тут как тут.